здесь ни при чем. Иди по своим делам. Шевелись. Тебя они прислали? Если ты имеешь в виду своих бывших дружков из Белтауэр, то нет. Погоди, ты Дженсен, да? Говорят, мои бывшие дружки ищут тебя. Возможно, а тебе-то что? Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Ты покинул ряды наемников, чтобы стать духовником? Не совсем. Просто интересуюсь теологией. И люблю цитировать Библию. В ней все такое выразительное. Слушай, скажи мне, ты здесь, чтобы мне помешать? Именно. В таком случае советую передумать. Нас здесь много, а ты один. На данный момент мы с ребятами против тебя ничего не имеем. Это не твоя война. Тебе не обязательно в ней погибать. Я сказал, что хочу тебе помешать, но не драться с тобой. Один твой друг хочет убедить тебя сдаться. Позволь угадаю. Доктор Вин, да? Он хороший человек. И я точно знаю, что он, по его же мнению, поступает правильно. Но он не совсем понимает ситуацию. Так просвети меня. Начни с того, почему ты дезертировал. Когда обычно человек перестает разделять взгляды начальства и решает уйти, это называется подать заявление об уходе. Когда то же самое делаем мы, это называется дезертировать. С такой работы, как у нас, уволиться нельзя, Дженсен. Ты понимаешь? Да, допустим, я понимаю. Но ты не ответил на мой вопрос. И что ты имел в виду, когда сказал, что не разделяешь взгляды начальства? Еще в США в армию меня позвало желание служить своей стране. Вера в ее ценности, вера в правительство. Тогда мне казалось, что служа правительству, я служу народу, который оно должно защищать. Очень интересно. Но ты больше не служишь США. Ты работаешь на Белтауэр. Времена изменились, Дженсен. Ты сам знаешь. Последнее посягательство капитализма на одну из самых выгодных индустрий в истории человечества. Войну приватизировали. Армия США начала выполнять спецоперации для корпораций, включая Blue Water Global и Белтауэр. Мне казалось, что пока они работают на правительство, ничего не изменилось. И когда мне предложили участвовать в крупных операциях за двойную плату, они получили мое согласие. Давай сразу перейдем к моменту, когда все испортилось. В Белтауэр нам предоставили самые современные имплантанты. Гражданские таких даже не слышали никогда. Так мы получили преимущество над противником. Мой отряд стал одним из лучших, и нас перевели на спецпрограмму. Сверхсекретные. Экспериментальные технологии. Нам сказали, что мы будем участвовать в важнейших секретных операциях для правительства США.
но за это придется заплатить. Продолжай. Нам должны были имплантировать нейроузел, управляющий мозговыми центрами памяти. То есть контролирующий, что мы будем помнить, а что нет. И ты согласился? Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. Этот имплант должен был нас защитить. Стереть нашу память, если мы попадем в плен противника. Это было его основное назначение. Но было еще одно, о котором нам не сказали. А именно, нейтрализация внутренних запретов. Теперь мы повиновались даже тем приказам, которых иначе ослушались бы. В Белтауэр нас превратили в идеальных наемников. Если ты был таким идеальным, если имплант был таким идеальным, почему все пошло не так? Почему им не оснастили все агентство? Я же говорю, это были экспериментальные технологии. После пары операций у меня начали проявляться обрывочные воспоминания о них. Со временем до меня дошло, что такие операции просто не могли проводиться правительством. Мне приказывали выполнять очень сомнительные вещи. Как и всем нам. Нас использовали для подкупа чиновников в правительстве США и Китая. Ложь и нейроимпланты обеспечивали наше подчинение. Мы работали на теневое правительство, на тех, кто гнался за личной выгодой и властью. И как тебе удалось из этого выбраться? У меня был разговор с руководителем проекта. Он процитировал «Апокалипсис сегодня». Нужные люди с моральными устоями, но которые в то же время могли бы использовать свой первобытный инстинкт убивать, но не испытывать при этом чувств. Я заставил его отключить имплант у меня и моих ребят. А потом убил его. Я просмотрел его файлы и контракты. Теперь я знаю, кто все эти продажные твари. Они превратили нас в машину для убийств. А теперь станут жертвами своих же экспериментов. Слушай. Я не сомневаюсь, что эти люди заслужили смерть, но нельзя просто так выносить кому-то приговор. Ничто не дает тебе такого права. Тебе придется сдаться. Поступить правильно. Боюсь, это невозможно. Те, кто погиб от моей руки, и те, кто еще погибнет, у них есть имена, семьи. Их смерть нельзя стереть из моей памяти какой-то там электроникой. Они должны терзать меня до тех пор, пока я не предстану перед Господом и не искуплю свои грехи. Но те, кто за этим стоит, они заслуживают смерти. Есть некая поэзия в том, что они сами создали орудие своего убийства. Ты волевой, умный лидер, железный. Не бросайся этим. Не становись линчевателем, которого запомнят как террориста. Они должны понести наказание по закону, а ты его нарушаешь. Неплохая у тебя игрушка, Джесс. Но можешь не тратить зря время. Касси на меня не действует. По-моему, ты не прав. Но не мне тебе мешать, поступай так, как считаешь нужным. Я это ценю, Дженсен. Это не твоя война, и мне бы не хотелось, чтобы ты в ней погиб. Привет, Дженсен. Это Железный. Железный? Как ты на эту частоту попал? Ты знаком со сверхсекретными технологиями, Дженсен? Вот и выясни это сам. А пока я хочу, чтобы ты знал, что я связался со своими друзьями в Белтауэр. Они изменили маршруты местных патрульных. На какое-то время проблем у тебя будет меньше. Спасибо. Не за что. Нервные сигналы непосредственно в неорганические.
И? Вы нашли железные? Вы даже не представляете, насколько это важно, мистер Дженсен. Я нашел его. Правда, мистер Дженсен? Вы смогли его убедить прислушаться к голосу разума? Он сдастся? Длинная история, доктор. Я выследил Железный и его людей. Они скрывались в канализации. Поговорив с ним, я решил его отпустить. Что? Но он опасный человек, мистер Дженсен. Не стоило этого делать. Люди, которых преследуют Железный, гораздо опаснее его. Его методы экстремальны, но он сражается за правое дело. Если честно, доктор, по-моему, он хочет того же, чего и вы. Честного правительства, без коррупции. Им бы пригодился такой человек, как вы. Я такого не предвидел. Не знаю, мистер Дженсен, похоже, вы считаете, что цель оправдывает средства. Но я не знаю. Мне надо подумать. Возьмите комплект «Праксис». Больше у меня ничего нет. Благодарю, вы оказали неоценимую услугу. Уходите! Люди паникуют по поводу отзыва чипа, но, по-моему, народ слишком переживает. Для новых технологий неврологические боли – это нормально. Эй, ты! Я тебя знаю. Тебя показывали по телеку. Ты по уши в болтауровском дерьме. Эти люди шутить не любят. Извини, я не хочу сейчас разговаривать. Одну минуту. О, вы не сборщик. У нас иногда бывают с ними проблемы. Воруют из клиник протез. Ты сурдал чинзон. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Нет времени, приятель. Босс велел тебя пропустить. Только давай без глупостей, иначе тебя разберут на запчасти.
Хочешь дружеский совет? Держись подальше от парней из Bell Tower, что патрулируют улицы. Ты покупаешь или продаешь? Я делаю и то, и другое. Взгляни на компьютер и увидишь сам. Я буду здесь. Ответь мне, Лао Вай, почему этот сбой затронул всех, у кого есть импланты? Ведь их выпускали разные производители. Они все используют разные чипы. Access granted. Oh!
Это еще что? Thank you.